Предваряет открытие сезона музыка четырех мастеров бурятского искусства. На концерте под названием «Пою мою республику» для гостей прозвучат с детства знакомые мелодии. А сам театральный сезон откроет программа «Уужум Бурят», где раскрывается разнообразие песенно-танцевальной культуры бурятских родов. Но это еще далеко не все. Необыкновенный чарующий голос исполнителя протяжных бурятских песен Алдара Дашиева улан-удэнца услышат уже 9 октября на его сольном концерте. Удивит зрителей и вокально-хореографическая постановка, инструментальный концерт, а также каверы на известные фильмы в честь года кино. Мы, конечно, рады то, что целых 75 лет театр «Байкал» радует своего зрителя. И думаем, надеемся, что он будет существовать еще долгие века. Из года в год творчество артистов театра несло в себе тему дружбы народов и единения наций. Но вместе со сменой поколений менялся и театр. И теперь перед артистами стоит новая задача. Для нас прежде всего самое важное – сохранение своего, того, что утрачивается с каждым днем. И в музыкальной культуре, и в песенной, и в хореографической. Все это мы пытаемся восстановить. В то же время творчество театра, пронизанное фольклором бурят-монгольского народа и национальным колоритом, умело сочетает в себе и современные мотивы. Алевтина Дармаева, Инесса Дандукова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.